Доброе утро, друзья. Огромный вам привет в Польше. Очень прошу отключить микрофоны, пока мы не говорим, пока не задаем вопросы. На связи с вами ваш вышестоящий спонсор, наставник нашего замечательного клуба Live Good. Я Ольга Лобанова, и за кадром Николай сидит. Этот, как оператор и звукорежиссер, отключает ваши микрофоны. Сегодня у нас плановый утренний бизнес-кофе, поэтому кофе подан. Наслаждайтесь, напитывайтесь ароматом и крепостью нашей совместной синергии, потому что мы все вместе создаем поток энергии, то есть синергию, объединяемся для того, чтобы двигаться к какой-то цели. И вот закрылась вторая неделя нашего пребывания в компании Live Good. Она стремительно очень ворвалась на наш рынок и в нашу жизнь. Так получилось, что мы были в таком состоянии, немного такого растерянном состоянии, чем заниматься и куда вести огромное количество людей. Для тех, кто нас не знает, буквально два слова скажу, чтобы вы понимали. О нас могут разное говорить, но по-настоящему понять, кто мы, вы сможете только плотно работая с нами. Потому что, ну, вы знаете, да, человек познается в работе, его профессионализм познается в работе, его намерения познаются, когда ты с ним вместе занят одним делом. Со стороны это выглядит по-разному. Особенно это выглядит с большим потоком негатива, когда мы откуда-то уходим. А мы никогда просто так с Николаем не уходим, потому что мы вместе – это мощная, это броневая, бронебойная сила и в интернете, и в интернет-маркетинге. У нас опыт сетевого маркетинга больше, чем 20 лет, уже, ну, наверное, 22. Мы начинали с продуктовой компании Тяньши, у нас в Украине была такая, Тиенс, достигли статуса золотого, почетного статуса лидерского, золотой лев, это очень высокий статус, получили от компании каждой, не, у нас не было семейного аккаунта, у каждого был свой, Николай автомобиль получил на год раньше, на два года раньше. Потом я получила автомобиль, потом Николай получил яхту в подарок от компании. То есть там такие вот градационные были подарки. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, яхту, это громко сказано, катер, скажем так, который нужно было подтвердить, но уже через год мы ушли. Прошу прощения, с компанией, потому что компания не начала двигаться в интернет, а мы пошли в интернет. Мы прогрессивные очень люди, очень прогрессивные. Мы всегда изучаем первое, то, что появляется самое эффективное, самое новое на рынке. Мы знаем всех лидеров сетевой индустрии на рынке, на русскоязычного пространства. Вот. Но мы ушли с этой компании благородно, красиво. Обычно так не уходят в интернет, потому что нас очень увлек интернет. И это было почти 13 лет назад. Мы видели перспективу интернета. Мы понимали, насколько это пространство может поглотить временные ограничения, пространственные ограничения и дать возможность делать бизнес сетевой более успешно и более грандиозно. И мы не ошиблись. Мы стали специалистами достаточно высокого класса, потому что мы доказали на деле то, что мы действительно можем использовать на полную мощность интернет. И сегодня мы в интернете как рыбы в воде. Мы не занимаемся бизнесом на земле вообще. Вот уже 12 лет. И да, за эти 12 лет в интернете мы заработали больше, нежели заработали за 10 лет в компании продуктовой на земле. Да, было у нас несколько компаний. Интернет – это очень высокая текучка, очень высокий такой вот
Тут нужно быть очень конкурентоспособным, и тут не важно даже, что, чем ты занимаешься, какая у тебя компания, важно выдержать вот этот уровень личного бренда, который позволяет тебе работать в любой компании и создавать в любой компании результат, потому что люди в MLM, и особенно в интернете, да и на земле, в принципе, офлайн, но особенно в интернете, когда ты позиционируешь правильно личный бренд в интернете, в соцсетях в основном, идут на людей. Люди идут на людей. Человек идет на человека. Да, появился плагиат в интернете под видом финансовых пирамид, хайпов, которые не сразу распознаются людьми, особенно малопрофессиональными. И мы попадали в такое пространство в свое время. Но опыт есть опыт, и нужно понимать, куда ты попал, и извлекать из этого уроки. Да? Поэтому, да, мы стали вот такими вот специалистами, которые сразу понимают, стоит ли двигаться дальше в этом направлении или не стоит, стоит ли обращать внимание или не стоит. Но именно та позиция личного бренда, когда нас знают, знает какое-то количество целевой аудитории, да, наших подписчиков, узнает, знает и наблюдает за нами, оно позволяет нам, конечно, уже работать в таком режиме, когда не мы идем к людям, а люди идут к нам. В этом-то и смысл создания личного бренда. Я об этом буду очень много говорить на обучении на нашем. Потому что это мой конек. Соцсети я люблю. Я сама по гороскопу рыба. Да еще и люблю соцсети. Я в них как рыба. Несмотря на то, что, казалось бы, мои соцсети не содержат много подписчиков. Но они содержат качество привлечения, рекрутинга. И об этом я буду обучать. Я сейчас специально в этом бизнес-курсе останавливаюсь на этом, на нас с Николаем, чтобы вы понимали, в какую команду, к кому вы пришли, если вы хотите двигаться. И для вас клуб LiveGood не какой-то хайповый проект, в который вы хотите вскочить и получить там перелив и пассив так называемый. Вот я вижу, как многие позиционируют, особенно команда Казахстана, позиционирует эту компанию как очередной хайп с каким-то пассивом. То есть люди даже не поняли ничего, люди не увидели. И, скорее всего, не увидят, потому что их планка, многих планка, вот она такая. На шару, на халяву хайпа какого-то очередного. Потому что компания позиционирует вот этот вот пассивный доход, который возможен. Он возможен при условии, если вы подождете полгодика-годик, и ваш спонсор будет очень активен, типа меня, типа нас с Николаем, и будет постоянно приглашать личников, постоянно. И вы вошли в числе первых. Тогда, да, вы можете рассчитывать на перелив. По большому счету вы все можете рассчитывать на наш перелив. Вопрос только времени, когда вы получите этот перелив. То есть многие уже получили, кто-то еще не получил, но мы только работаем 2 недели. Вот. Ну вот в такую команду вы пришли. Я думаю, вы уже заметили, что мы отдаемся на полную катушку. Если мы берем что-то, какую-то компанию, если мы понимаем, что это то, куда мы будем вкладывать всю свою энергию, то это превращается в такой очень сильный движ. И он так и есть. Это так и есть. У нас каждый день презентация по продукту чередуется с презентацией по бизнесу больше, по маркетингу, ежедневно, в одно и то же время, в одном и том же месте. По утрам у нас в одно и то же время, в одном и том же месте бизнес-кофе. Вот такие вот завтраки утренние, такая утренняя встреча, ну или обеденная встреча, для кого как по времени. Кроме этого, вы видите те инструменты, которыми мы вас обеспечиваем и будем еще обеспечивать. И главное, есть мы, люди, которые в любой момент времени готовы помочь, поддержать, провести встречу, ответить на вопросы и наполнить энергией этот поток. Это самое важное. Без сильных лидеров, без правильного, организованного развитие команды, результата не будет нигде и никогда. В одиночку никто не перемещается с одной точки в другую, если он хочет получить результат. Только командная игра, только командный бизнес, только командная синергия.
Вот тогда каждый человек из этой команды, он может надеяться на то, что у него будет результат. Вот. Ну вот это вот такая прелюдия. Скажу лично от меня, Николая вы услышите вечером, лично от меня скажу, что мне очень нравится этот бизнес. По каким критериям он мне нравится? Во-первых, он надежный. Это очень важно. Несмотря на то, что кто-то рассматривает это как пирамиду или как хайп, кто-то вот там ввиду того, что цена низкая, не понял, не разобрался, да не смотрел. Так, что-то где-то услышал в каком-то ролике слово «матрица», решил, что это какая-то матрица или еще что-то. Но это не матрица, это не хайп и не пирамида. Это традиционная в какой-то мере сетевая компания, созданная и зарегистрированная во Флориде, в Америке. Молодая компания. Именно если смотреть на партнерскую программу, в индустрии wellness, в индустрии продуктов для здоровья, в индустрии органического питания. Компания молодая, ей будет только 2 месяца. До этого она работала в режиме, 1,5 года в режиме прямых продаж. Сейчас она стала сетевой с декабря прошлого года, то есть буквально 2 месяца еще нет. И за эти около 2 месяцев она идет семимильными шагами по просторам интернета и включает больше 110 тысяч партнеров во всех странах мира. Это показатель. Люди зарабатывают очень большие деньги. Люди становятся членами клуба Live Good. Фактически покупают абонемент на членство в клубе, где есть оптовые цены на продукты для здоровья. И приглашают других стать членами клуба, купив абонемент, оплатив единожды $50 и ежемесячно $10. Вот эти условия позволяют привлекать с легкостью огромное количество людей и зарабатывать деньги именно на привлечении в клуб. То, что, в принципе, происходит в любой сетевой компании. В любой сетевой компании нужно привлекать в сетевую компанию людей, чтобы люди становились клиентами, потребителями и, может быть, партнерами. В компании Live Good это все разделено. Продукт не содержит наценки, которые обычно содержат все сетевые компании, а значит, он является дорогим и продвигается по завышенной цене. На 30, 40, 50, а то и 60%. У нас есть клубная цена и розничная, которая ниже, чем цена у некоторых сетевых компаний. И у нас есть членство в клубе. Покупка, как говорил один мой партнер, абонемента в клубе. Да? И она настолько доступная по цене, что привлекает огромное количество людей участвовать в этом развитии. Стать членами клуба здоровья Live Good. Вот это новый концепт сетевой продуктовой компании, американской. Он не вкладывается в голову многих сетевиков. Он составляет жесткую конкуренцию на рынке сетевого маркетинга, где сегодня компании теряют свои позиции, потому что мы живем не в лучшее время, не в очень простое время. И во многих странах кризис, очень высокий рост инфляции, люди потеряли ту почву под ногами, которую имели. У людей меньше стало денег, потому что все стало дороже. И зарабатывать в продуктовых сетевых компаниях стало намного сложнее, потому что очень тяжело пригласить человека на пакет $300, $500, $3000. То есть у людей нет уже сегодня таких денег. И не потому, что нет денег, а потому что те, кто имеют отношение к сетевому маркетингу, они понимают, если я зайду даже на этот пакет, кого я приглашу на него? Чтобы зарабатывать деньги, нужно делать ежемесячно $100, $200 активность, как минимум, чтобы зарабатывать деньги. Но когда я говорю, нивелирую и разбиваю пух и прах этот концепт и говорю, что всего лишь оплачивая абонементскую плату в $10, имея доступ к клубу здоровья, ты можешь зарабатывать $1000 в неделю, так как вот мы показали за первую неделю, мы заработали $900, то люди, конечно, те, особенно мои коллеги моего уровня, они очень сильно негодуют на этот счет. Называют
обзывают нас, обзывают клуб Лифгуп, но какое это имеет отношение ко мне? И к моему выбору, и к моему видению. То есть компания имеет все возможные и невозможные необходимые документы, которые подтверждают легальность и надежность компании. Ну, а человек, если он не может разобраться, это его проблема. Вот. И легкость и доступность входа в клуб, возможность покупать продукт не тогда, когда надо, а когда хочется, когда человеку необходимо покупать этот продукт, и по самой низкой цене в сравнении с другими, это дает любому человеку, любому, который даже нигде не зарабатывал, создавать источник дохода. Вот те люди, которые зашли в наш клуб в самом начале, мы уже так прикинули, некоторые даже никого не пригласив, уже будут иметь через месяц, потому что по глобальному доходу от глобальной структуры любой человек имеет 25 центов от абонплаты ежемесячной, которая составляет $10, 25 центов выплаты раз в месяц от каждого человека, который попал в структуру, от приглашенного или переливного, не играет роли. Вот и посчитайте, сколько вы будете получать денег, когда у вас будет 100 человек в команде, сколько получать денег вы будете, когда у вас будет 1000 человек в команде и так далее. То есть это и есть тот пассивный доход, на который многие идут. Но он не так прост, как кажется. Для этого нужно время и нужен активный спонсор, который этот будет перелив обеспечивать. У нас в прошлую неделю зашло 28 личников, в эту неделю у нас зашло 17 личников, которая прошла. И так как мы люди, имеющие известность определенную, к нам очень многие добавляются каждый день, подписываются на бесплатной основе, а потом регистрируются, становятся платными членами клуба. Потому что мы много и громко говорим об этом клубе в интернете. Это и есть позиционирование. Я влюблена в идею, в этот концепт, в эту модель. Потому что ничего подобного не было в сетевом маркетинге. Это революция в сетевом маркетинге. Чтобы понять, что это так, сегодня приходите на презентацию, приглашайте ваших новичков. В любом случае, я всегда говорю так, с вами или без вас, через 2-3 месяца мы станем бриллиантами. И покажем этот путь каждому своему партнеру. Бриллиант получает 2% от мирового товарооборота, от покупки лицензий, то есть оплаты членских взносов, и от покупки продукта. Это все суммируется, и 2% делится на всех бриллиантов. Вот наш спонсор Тим Миллер, американец, он за прошлый месяц получил от вот эти единственные пока что бриллиант, ну, компании 2 месяцев нет. Повторяю, больше 110 тысяч партнеров по всему миру за эти 2 месяца. В нашей команде 155 человек за 2 недели, меньше, чем за 2 недели. 45 личников у нас получилось, которых мы пригласили. И он получил, то есть 2% от товара, международного товарооборота включало $26 000. Вот эти 2% будут делиться между всеми бриллиантами, но не только ведь будет расти количество бриллиантов, будет расти и сумма товарооборота, потому что такого движения не было еще. Все люди хотят надежности. Где-то делают компанию россияне, где-то делают компанию украинцы. Как правило, это все очень такие хайповые моменты, потому что у людей нет опыта международного бизнеса, тех, которые делают такие вот проектики, которые там работают месяц, два, три и все. Компанию Лифгуп создали американские предприниматели, сетевики, люди, у которых уже были сетевые компании в индустрии MLM, в индустрии, извините, wellness-индустрии, и компании, которые даже были представлены на бизнес-форхом. Бен Глински имел компанию, которую продал впоследствии. Она была представлена на бизнес-форхом и развивалась по всему миру. Очень даже была известная компания. То есть опыт этих людей
опыт ведения международного бизнеса дает нам уверенность в том, что их новое направление будет еще круче, и оно уже показывает, насколько оно круче. Ну, это вот так вот, как бы, да, такой общая преамбула, которая бы в вас зарождала какие-то больше уверенности в том, куда вы идете, за что вы платите, заплатили $50 и будете платить $10 ежемесячно. Многие ведь уже в шоколаде из вас. Потому что есть люди, которые еще ни одного человека не пригласили, а под ними уже по 70 человек команды. Понимаете? Потому что они вошли в числе первых. Когда я открыла рот и дала информацию, эти люди сразу присоединились. Но мы ведь идем дальше. И чтобы выйти на бриллианта, нам понадобится всего лишь 2500 партнеров в команде. Мы выполнили статус золота, я думаю, что очень скоро у нас будет статус платины, а следующая ступенька – бриллиант. И ведь наша задача не в том, чтобы стать бриллиантом, наша задача рождать бриллиантов в команде, потому что от наших личников мы имеем 50% от их дохода. То есть это неимоверная, фантастическая модель бизнеса. Сюда входит не только маркетинг, сюда входит сама идея модели клубной системы, где разделен продукт и абонплата, то есть и сам маркетинг. И вот это очень интересно, вот это очень новое, это революция, это бьет все рекорды мыслимые и немыслимые. Поэтому она интересна для лидеров. И к нам приходят лидеры такого уровня, что даже мне не снилось. Вот я вам хочу сказать, не все себя позиционируют и открывают поначалу, пытаясь разобраться, прощупать, посмотреть и так далее. Но сам факт того, что это привлекает внимание лидера сетевого маркетинга любого уровня, говорит о том, что эта идея действительно революционная, она действительно актуальная на данный момент и своевременная. Доступность, легкость рекрутинга – и свежесть идеи привлекает все больше и больше количество людей. Я поздравляю всех вас с тем, что мы выдержали вот этот вот мощный рывок в предыдущей неделе, и у нас зафиксировано одно серебро и 15 бронз. Бронза – это 2 лично приглашенных человека в команде. Серебро – это 10 лично приглашенных или 3 бронзы и суммарно 20 человек в команде. И поэтому я поздравляю первого серебряного лидера. Это лидер из Украины, лидер сетевого маркетинга достаточно высокого уровня по статусности и внутренней, и внешней, потому что это опытный человек, это лидер не на словах, а на деле, это Валентина Гаврош Одесса, она у нас серебряный лидер, она сделала серебро, увеличивая показатели серебра в 2 раза, поэтому она очень близка к золоту, очень близка, и я думаю, что за следующую неделю она это сделает. И 15 бронз у нас. Я не буду всех называть, кто-то не хочет, чтобы я называла фамилии, поэтому чтобы я тогда никого называть не буду, но у нас их 15 человек, минимум 3 человека в команде у этих людей и максимум 13 человек в команде у этих людей. Вот такое количество, такая градация. Эти люди работают, кто-то работает более активно, кто-то менее активно. Но почти у всех под ними есть перелив. Не у всех еще, потому что некоторые пришли в самом конце и еще пока не получили перелив от нас. А некоторые имеют очень уже хороший перелив. Но мы продолжаем, команда растет, информационный поток становится более плотным, более насыщенным и динамичным. А значит, любой человек, кто хочет участвовать в нашей стратегии «Быстрый старт», обязательно будет иметь результат и по личным приглашениям, и по переливу. Сразу скажу, это не хайп, это не матрица, шары здесь нет, здесь нужно работать. Да, перелив возможен, и его, надеюсь, моя команда будет получать. Вопрос только времени, кто раньше, кто позже, кто меньше, кто больше. Потому что физически невозможно дать перелив, когда в команде будут 1000 людей. Но
человек за счет личных приглашений может получать 50% от выплаты личника, 50% от его дохода. Здесь 6 видов дохода, и о них вы вечером сегодня узнаете, когда придете на презентацию к Николаю. Вот, я поздравляю вас, я поздравляю тех, кто увидел в этой компании возможность для себя, увидел шанс, готов присоединяться к нашему, так сказать, мощному журавлиному клину, который пересекает океан и движется к своей цели. А цель у нас одна. Мы приходим всегда в сетевой маркетинг по двум причинам. Здесь есть два продукта. Бизнес-возможность и сам непосредственный продукт. Так вот, мы сюда приходим получить бизнес-возможность заработать денег. Она у нас есть. И она доступная. Повторяю, вход всего лишь $50. И у нас есть возможность стать здоровыми, потребляя продукт для здоровья по самым низким оптовым ценам. Вот у нас два продукта. И они тут четко разделены и дают возможность использовать это все. Поэтому добро пожаловать в пространство Live Good. Добро пожаловать в пространство самого динамичного направления в интернете на сегодняшний день. Вот, друзья, теперь вы можете включаться, задавать вопросы, которые, может быть, у вас какие-то есть. Хочу сказать, что после презентации сегодня, после презентации бизнес-возможности, у нас каждый день мы заходим в Zoom, а может быть, даже не в Zoom, а будем вот делать такие вот видеочаты, это еще проще, после каждой презентации вот в этом именно чате командном, куда можно приглашать даже те, кто еще не проплачены, но уже на бесплатной основе подписаны в клубе. И вот здесь будете задавать вопросы, и ваши гости будут задавать вопросы после презентации Николая, потому что она у него короткая, экспресс-презентация. Такая лаконичная очень, 30-35 минут, и вопросы там, ответить на вопросы невозможно в режиме презентации, значит, будем отвечать на вопросы здесь. Вот, а теперь я вам, конечно, желаю отличного дня и отличного настроения, и если вы тот человек, кто готов иметь результат, кто готов работать, двигаться, результат у вас обязательно будет, если вы намерены его получить. Включайте микрофончики, задавайте вопросы, если они у вас есть. Добрый день. Добрый. Мир вам всем. Мажит из Казахстана. Да, Мажит. Во-первых, поздравляю всех с новыми рангами. Во-вторых, у меня просьба по слайдам получить их и дальше там двигаться. Хорошо, Мажит, вы сразу и еще, вот смотрите, вот есть тут Ник Лобанов. Добавляете его в Телеграме. Все, это всем вам нужно и необходимо сделать. Меня добавите, Николая. Пишите ему, Николай, мне слайды нужны. И он вам личные контакты сюда в Телеграм все вышлет. Все слайды, которые вам нужны, и ответит на все вопросы технического порядка. Вот. Спасибо, Мажит. Благодарю. Да, спасибо. Мы с вами, то есть сегодня Николай запишет ролик вывода денег, которые мы заработали, потом будет обязательно записан ролик заказа продукта, в ближайшие дни мы это сделаем, вот, но следите за информацией у себя на почте, вам придет приглашение на вебинар с президентом, с нашим SEO, Беном Глинским, всегда приходит на почту, вы можете открывать это видео, потом на канале, официальном канале компании в Яндекс браузере, и идет автоматический перевод, вы можете его слышать, о чем он там говорит. Но он каждую неделю подводит итоги, выходит, рассказывает, или уже выходил сегодня. В общем, посмотрим, что у нас сегодня, то есть еще только день начался у нас, поэтому информации будет много, но мы движемся в том же плотном информационном потоке. Спрашивайте еще, друзья, если хотите высказаться, представиться, мы будем очень рады услышать каждого из вас. У меня тут еще один вопрос по поводу, когда компания образовалась, потому что там разные слухи идут. Кто-то говорит 20 лет, кто-то говорит
Нет, с первого да, года. хорошо, я поняла вопрос, Мажит, да. Вот как раз, когда вот это не слухи, это люди не, ну, немножко не владеют информацией, поэтому такие слухи ходят. Я стараюсь объяснять своим партнерам, то есть вот в ролике там сказано, что мы более 20 лет, они говорят, занимаемся в этой индустрии. Так вот, это так и есть. И Бен Глинский, и этот Казан, имя забыла, директор по маркетингу и директор по созданию продукта. Все они работают в индустрии wellness уже 20 лет, а может и больше. У каждого из них были свои компании. Вот у Бена Глинского была компания Skinny Body Car, которая была даже на Business for Home представлена. У этого Казана была компания Olive Max, где он продавал несколько лет тоже вот эти масла. То есть у них у всех были компании. Компании прямых продаж, традиционные компании и просто и сетевые компании. Поэтому их опыт в индустрии развития wellness, продуктов здоровья, у каждого 20 лет, суммарно даже больше, может быть, да, если взять. То есть опыт у них есть. Вот Бен Глинский конкретно говорит, что он продал свою компанию и 4 года не занимался, потому что видел, что ну, любой, у его компании зарабатывала только верхушка компенсационного плана, остальные люди вынуждены были переплачивать за продукт, как люди, 80% людей в сети, которые делают обороты, они переплачивают за продукт, и, но не зарабатывают. Зарабатывают только вот те лидеры, да. И это не всем нравилось, и он говорит, я продал свою компанию и занимался тем, что продолжал производить продукт, продавать его по обычной схеме обычных прямых продаж, да, там, или просто продаж традиционных, вот. Вот это, и когда речь идет о 20 годах, то есть это действительно так. Опыт у них громадный и опыт международного уровня, потому что эти компании работали на международном уровне. Потом в мае или в апреле 2021 года была создана компания Live Good. Live Good добавки, пищевые добавки, ну там как-то переводится, так она и называется. Live Good пищевые добавки. Эта компания разрабатывала, производила и продавала продукты для здоровья, органическую еду. Вот те же протеины, там, те же витамины, мультивитамины, потом вот эти крема быстрого действия. То есть просто производила и продавала. Ведь не каждая компания, которая производит или продает продукт, является сетевой. Правда же, не каждая. Так вот, она продавала и продавала очень успешно. Он даже, помните, вот там ролик есть, где он на складе говорит о том, что вот этого вот крема быстрого действия было продано почти на 2 миллиона долларов, потому что он очень эффективно работает. И это был такой вот эксклюзивный продукт этой компании. Они производили и продавали. И только в декабре 2022 года, меньше 2 месяца назад, перед самым Рождеством, они превратили обычную свою компанию в компанию сетевую, прикрутив к ней партнерскую программу, то есть маркетинг-план. Они пересмотрели алгоритм продаж и превратили свою компанию по производству и продажу, продаже wellness-продуктов в сетевую компанию новой модели, предложив именно ту модель, о которой я вам уже битый час рассказываю. Поэтому получается, что в том виде сетевого маркетинга, в котором она сейчас находится, ей меньше 2 месяца. Но по документам мы видим, компания зарегистрирована в апреле 2021 года. И многие продукты 2021 годом и сертифицированы, которые они продавали еще до того, как эта компания превратилась в модель сетевой индустрии. Теперь понятнее? Понял, благодарю. Вот, поэтому вот, ну, люди не до конца догоняют, и поэтому вот исходят слухи. То есть недостаточно просто внимательны, чтобы изучить этот вопрос. А я изучала, я ходила и искала по интернету, чем занимались, чем занимался Бен Глинский, что у него было, что он продавал, где он живет. Все же ведь в интернете можно о каждом человеке найти, понимаете? Какую-то доступную публичную информацию, если он не прячется. А Бен Глинский не прячется.
И он имеет достаточно высокий личностный и социальный рейтинг, чтобы ему доверять. Это мое личное мнение, поэтому это мой личный выбор. И я о нем вам говорю. Давайте еще вопросы. Запись этого прямого эфира будет здесь оставлена в чате. Вы можете ее посмотреть с самого начала, кто не вовремя зашел. И ее смогут посмотреть все партнеры, кто не смог зайти. Потому что эта информация, которую я говорю, она достаточно ценная и достаточно, скажем, охватывает и дает вашим пазлам уложиться в картинку, в общую какую-то картинку, понятную для видения. Мне сегодня одна женщина написала: Ольга, скажите честно, стоит ли этот проект, чтобы его брать? Ну, я импульсивный человек, такой эмоциональный, я могу ответить и так, не очень уравновешенно, когда, то есть мне кажется, сам факт того, что мы открыли рот в интернете и нас, она говорит, вы такой матерый сетевик, скажите, вот стоит ли? И я там что-то ответила, а сама себе думаю, вот сам факт, по логике, если мы такие матерые сетевики, нас все знают, и мы открыли вдвоем рот, не только рассказываем о компании, но проводим ежедневно презентации, показывая себя, рассказывая о продукте, объясняя, отвечая на вопросы, так стоит ли или не стоит ли? И наверняка, то есть я человека вообще не знаю, кто он, у него там нет ни подписчиков, никого нет. Ну, то есть мне непонятно, когда человек вот такой вопрос задает, о чем он думает, то есть какие у него алгоритмы в голове. Поэтому если, то есть сам факт того, что мы уже это позиционируем так активно, говорит о том, что для нас это стоит, ну а для вас это уже другой выбор. Поэтому еще раз поздравляю всех победителей, всех номинантов, дипломантов. Валентину Гаврош, Серебро, Украина, Одесса. У нее самая динамичная, самая крутая команда украинских партнеров. Поздравляю Валентину, я вижу ее в качестве первого бриллианта, самого быстрого и динамичного в команде. Вот, и поздравляю всю ее команду, и поздравляю каждого, каждую бронзу, а у нас их 15, повторяю. Некоторые просят не называть фамилии, поэтому я вообще не буду называть никого. 15, ну вот так вот, некоторых там назову. Александр, Владимир, Александра, потом Владимир Иванов, Украина, потом Сандра, это у нас Прибалтика, потом Олег, Украина, Виктория, Украина, Лаймуте, Прибалтика, Антанас, Прибалтика, Михаил, Украина, Наталья, Украина, Олег, Украина, Светлана, Германия, Елена, Украина, Анна, Соединенные Штаты Америки, Сандра, Прибалтика, Ольга, Украина. Вот. По именам назвала все наши бронзы. Поздравляю вас, дорогие друзья. Кто-то из вас сделал просто золотой треугольник, а кто-то реально работает с командой и приглашает, и команда его насчитывает уже от 5 и выше партнеров. Так держать, работаем, действуем, и у вас будет обязательно результат, потому что его не может не быть в данной модели. Вот, поэтому всех благодарю за внимание. Если больше нет вопросов и пожеланий, мы тогда движемся дальше, несмотря на то, что неделя только завершилась, предыдущая новая начинается. Наша задача – зарабатывать, наша задача – позиционировать наш клуб по всему интернету. Давайте этим заниматься. Нам за это и платят, за то, что мы позиционируем клуб LiveGood по всему интернету. За это нам и платят. Есть желающие высказаться? Спасибо, Ольга. Слушаем. Так, может быть, интернет не позволяет кого-то говорить, потому что... Я несколько слов тогда, Ольга. Я вначале не была, у меня не было света, только включился, вот в конце вы услышала. Да, Валентина Гаврош первая. Да, Валентина Гаврош, да, извините, не представляюсь. Да, Валентина Гаврош, Одесса, да. Угу. Ну,
Во-первых, благодарю, Ольга, огромная благодарность вам как спонсорам за поддержку. Мою команду благодарю, потому что все вчера дрались до последнего, до полтретьего ночи. И еще одна ночью бронза закрылась в Техасе. Италия подписались. Ну, в общем, много работы мы сделали. Это о том, ребята, о чем я говорила вам вчера на утреннем кофе, что до последнего, пока есть, уже мой компьютер заблокировали американцы, что нельзя с него регистрировать. Ну, в общем, другой человек зарегистрировал, ну, все сделали. То есть поэтому вот если мы будем с вами действительно вот в таких темпах, в такой энергии работать, и все вместе команды, у нас обязательно все получится. У нас теперь нет другого выхода, как преуспеть. Вот просто я говорю, Валь, ну, устаю там, допустим, муж уже говорит, да что же это такое, каждую ночь там работаешь, да. А я говорю, а нет другого шанса. Вот заявили, ввязались в бой, теперь отступать некуда. Вот только должны победить, преуспеть, закрывать статусы, позиционировать себя, и что прям к нам все стучались. А к нам будут стучаться, потому что и к Ольге стучаться, ко мне стучаться, и к вам будет стучаться. Имею в виду в интернете. Чем ты занимаешься, Валентина? Что там за новый проект? Все, вот вперед и темпы не сдавать. Все, отдохнули, передохнули, глоток взяли, после обеда вперед, дальше работаем. Ну, мне такой темп подходит. Для меня это очень важно. Я в Украине, мне нужно свой мозг загрузить так, чтобы я просто ни о чем другом не думала, чтобы с ума не сойти. Поэтому для меня сейчас этот проект, ну, просто находка. Вот просто да. Потому что, ну... Он для всех так... и для нас просто находка. Потому что легко приглашать. Да. Вход небольшой, да. Компания серьезная, идея новая. 100%. Работать и все. Да, вот просто пазлы сошлись во всем, потому что кому не скажи, говорит, супер, наконец-то можно купить. Вот вчера девочка Виталия была у меня в той компании в Дженес, где витамины $100, да? Говорит, боже мой, ну я месяц-два я покупала, больше же выдыхаешься, ты не можешь, а понимаешь, что они нужны каждый день. Поэтому супер, говорит, вот это то, что нужно, у меня таких людей море, которым это надо по такой цене, идея супер. Поэтому вперед всем, всем успеха. Благодарю, Оля. Валентина у нас мощный, конечно, лидер, опыт у нее громадный, 25 лет в MLM, поэтому, вот, друзья, даже те, кто новички, опираясь на наш опыт, на наше видение, вы можете получать такие результаты, которых никогда и нигде не получали. Вот, ну, запись мы оставляем, если больше нет желающих выступить или задать вопросы, двигаемся, работаем на вечернюю презентацию. Вечером презентация, приглашаем своих знакомых узнать об этом клубе с первых уст, так сказать, от лидеров, так и продавайте идею. Презентация короткая, лаконичная, долго человек не успеет заскучать, но он будет иметь представление. Так и говорите, тебя это ни к чему не обязывает, но ты можешь узнать один из первых, что это за уникальная, новая модель клубной системы с продуктовой компанией. Просто вот, чтобы потом ты не жалел о том, что ты не зашел, не узнал и пропустил эту идею. Всем отличного настроения, отличного дня. Еще раз поздравляю. Идем дальше на новые рекорды. Всем пока.